Добрый вечер. Мы снова говорим о нашем ЖКХ. Сегодня хочу рассказать о том, как мы будем делать наш город чище. Начиная со следующей недели, каждый день, вернее, начиная со вторника, у нас каждый день будет санитарным днем в одном из районов нашего города. Так мы начинаем со вторника, это Киевский район, и так дальше до Суворовска. Санитарный день в Суворовском будет в пятницу. Что это значит? То есть все наши службы, горзелентрес, гордор, ЖКС и так далее, локализируются в этот день в одном районе, максимально его убирают, вычищают, ну а потом мы всю оставшуюся неделю в этом районе это поддерживаем нормальную частоту. И так еженедельно. Хотелось бы вспомнить о наших люках. Я уверен, что все сталкивались с открытыми люками в нашем городе, и здесь мы начинаем активную работу. Сейчас мы делаем инвентаризацию всех открытых люков, всех люков, которые находятся в ненадлежащем техническом состоянии. На этом нам понадобится максимум неделя. Далее мы выписываем это поведомление тем организациям, которые являются балансодержателями. Если в течение 10 дней эти люки не будут восстановлены, либо если там достаточно большой, ну, это кусок работы, то хотя бы нам не дадут, это какой-то график, с которым мы вас тоже ознакомим. За каждый такой люк мы выписываем эту постанову на 1700 гривен, и эти люки самостоятельно закапываем. В принципе, я думаю, что за достаточно с этим механизмом, за достаточно недолгий период мы уже избавимся от такого явления в городе, как открытые люки. Хотелось бы еще напомнить по поводу елок. Все-таки не поленитесь, не выкидывайте елку возле контейнера, возле дома, возле забора, либо под деревом. Занесите елку в наш пункт, это обменяйте на конфету. Не хотите конфет, отдайте бесплатно. Давайте делать вместе город чище. Всем спасибо, до свидания. Это как всегда, увидимся через неделю.